Танис ДЦ. Нет, это не сахолик ДЦ, я так понимаю, Войт ее в холле ставил. А чё не холик ДЦ? Не, ну так типа 2 ДЦ это такси. Конечно, я знаю тактику флешки покидать, но такси затея, по-моему. Стоп, сколько у нас вообще хилов? 6 пока что. Ну, я понял. Нет, тут норм, тут нет разделения на Всем тьму привет! и Здорово! Здравствуйте! Короче. Это у меня тут, блядь, под окном моря. Все норм. Уже проехал. Говорю, это не РС-25, тут норм будет, типа, не так хуёво, как в РС-ке. Потому что я говорю, я не могу расчехлиться в этих хилботах и тому подобное. Придет Твиня и расскажет вам. Засумоте, что вы на готовность проверяете? Проверяет, кто не тут. чтобы... Привет. Кикай, кого нету. Догадайся. Бенихуэль. Да, точно, можно было догадаться. Выкать. Лучше ты там писал, что он там где писал. Чё, я, блядь, в Дискорд заходил, чё ты пишешь? Алкоголика сумма. О, ебать. Когда я письками мериться буду, ёпчё. Да. А чтобы ходить в Игр-25, ну типа в ИВК, нужно какой-то квест сделать? Чё, или... Ну почему мне звон не приходит? Алкоголичка, не? Да. Четвертый аката у него, вроде должно пускать. Ну да, вроде бы. Посмотри, я чух. Сейчас. Я благодарствую круг, молитву восстановления и фотки вешаю. Братан, это все правильно. Я знаю хилинг пробести. Я никогда не юзаю молитву исцеления, это useless spell. Да. Он юзал приз через этот, через обновление, что ты доебался. Не, у меня не убито, не убито, не убито 25. Кромный рел. Там у кого-то не другого убит. Хлама. У меня не убит Танубарак 25. Это алкоголичка как раз не убит. Ищи. А. Давай на созвоне. Он же офис.
Смотри, а он что, ну бы даже в обычке не убивал или что? Поход. Я, наверное, в 220-м сделал. Эту шкурану. Пиздец, тоже пошел крик. Идеальный сетап. Так-то можно. Ласта. Эрил, метки на танках поставь. А зачем метки на танках? Вот это всегда вопрос был. Чтоб виднее были, чтоб напуливать на них. У меня не все аддоны стоят, чтоб видеть их. Клан удобнее, чтоб по аддонам. Да у меня таргет стоит макрос. Ну по фокусу быстрее таргет, чем по таргет. Оно и на пэта моего может таргануть. Ебать, у меня еще и цели есть, ёб твою мать. Как дела? Добро пожаловать, герой! Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Жильцы серебряного авангарда и без колебаний откликнулись на него. В этом Колизее вам предстоит сразиться с опаснейшими противниками. Те из вас, кто смогут пережить испытания, войдут в ряды Серебряного Авангарда, который направится в цитадель Ледяной Короны. Твои чудовища не чета героям Альянса, Тирион. Я видел и более достойных соперников в Багровом Круге. Ты напрасно тратишь наше время, паладин. Из самых глубоких и темных пещер грозовой гряды был призван Гормак, пронзающий бивень. Бой, герои! Да я не знаю. Чё? Чёрт, ты в луже стоял, нет? Походу. Невер как тоже в луже. Приготовьтесь к схватке с близнецами и чудовищами.
по возрастной, блядь. Вы что, издеваетесь? Подрать. Меня, пожалуйста. Ты посмотри, сколько меток. Там шаман лохнулся еще. Шейпер вылетел. Через обновление хилит. Круг исцеления два раза. Воздухе повеяло ледяным дыханием следующего бойца. На арену выходит... Кто там не умер, блядь? Лу? Так я бессмертный. Прискорбно. Как яростно они не бились, чудовища Нордскола оказались сильнее. Почтим память павших героев минутой молчания. Еще ни на кого. На Алису, блин.
пожаловать, герои! А у нас кулаков нету? Только мо не хватает. Вы вообще с хилов не захилили, ладно? По ДК кулаки. Там желчь еще красиво было. В толпе стояли. Бах. Самых глубоких и темных пещер грозовой гряды. Бах-бах-бах. Да, ржу, хоть какой-то держать просто. Чем подпали. Чешка, кружка. Да, кто-то забрал на себя. Забирай. Сдалшиваем. Ты тоже. Сука. Ярости недостаточно. Его босс ебнул при выходе чулана. Рейш, наберите. Рука. Сейчас всех в одну метку кину, и все, и все сдохли. Семь трупов, нахуй, вы чё, блять? Пришли в обычку, что ли?
Ты слышал, я тебе сказал? Нас в одну метку всех кинуло. И мы все сдохли друг от друга. Кого он дернул? Челан встал, нормально. Не, дефтик. Блять, меня чуть, сука, не выход опять не выкинул. А тогда мы убили, меня выкинул, да. Вот умер. Шесть хилов, блять. Минус ардро, нахуй. Опа, блять. Минус танк, нахуй. Я даже ничего не успел, мне 60к в ебало прилетел. Они не снимаются в гере. Я ушел, сука, с этой хуйни. Шреддер. Мерзость, не бог. Какие стены редрик задаунтил бабли босса. Там у нас теперь минус 5, минус, минус, хорошо. Прохил танка. Ну да. Ледяной рейв, тяжелый шаг. Вот, видишь колечко с босса, колечко. Ой, единичка, я выиграл. Нихуя, 93, блядь. Ну, оно же без ГП, надеюсь. Для Лу что с ГП? Сарай, да и ПВУ? Мастерство, ты шо, ты шо? Давай я в ДДЕЗу. Давай, да. Могу на успех порулить. Пиздец. Заебался три танка в эту хуйню ходить, блядь, беспонтового. Это чисто не, жа... не знаю, что жать, короче, похуй.
А чё, грудак на танк никому не нужен, что ли? Да не, мне так тоже надо, я его в спек собираю. Просто я там не понимаю, вот что-то я пока там читал. Кому, значит, кому отдать? Кому отдать? Скажи, Ник, я дам. Медведь, вар. Ты где слышишь? Кинь обмен ДК. Две буквы. Я ему отдам грудь, чтобы он не заехал. Так, чё-то я повис. Ты первый сдаёшь? Ошибаюсь, лишь Шамов, Макс. Что это меня убило нахуй? Нехуй стоять, надо брать рейндж. В смысле? Ну, то в 6 хилов 3 танка, конечно, блин. Кто-то такой умный. Мастер, ты говоришь рендж держать меликом? Ёпнулся. Собаки Альянса. Вы выпустили повелителя демонов на воинов Орды? Ваша смерть будет быстрой. Альянсу не нужна помощь повелителя демонов, чтобы справиться с ордынским отродьем. Тише! Успокойтесь!
Никакого заговора здесь нет. Чернокнижник заигрался и поплатился за это. Турнир продолжается. У меня 86. У него 85. В следующем бою вы встретитесь с могучими рыцарями Серебряного Авангарда. Лишь победив их, вы заслужите достойную награду. Они хотели запятнать честь Альянса. Ему сказал минус Торгола. Вот и причина. Требуют справедливости. Тирион, позволь моим чемпионам сражаться вместо твоих рыцарей. Мы бросаем вызов Орде. Хорошо, да будет так. Сражайтесь с честью! Сражайтесь во славу Альянса, герои! Там сова и шипе, ой, Лок, отойдите туда. Силу уйди. И беса поставь на пассивку, если он агро. Там можно джут. Алиса, возможно, не будет бить постоянно. Шреддера в танке еще спит. Может занять место. Войд желание может добрать у нас одно место, он с гильды, он шипер. Медведь куда делся? Ну? А, вот. Желание тренька забрал в прошлый раз, будет хилить сейчас. Я тебя умоляю, назначь кого-то, пусть диспелят хоты. То есть в прошлые разы все время я это делал.
Да, я тут повторю еще раз, по кому контроль давать? На Торора. По черепу. Смерть. Хорошо. Беги, малышка, беги! Использовать эту способность. Чейн. Алису вообще, блядь, не бьют. Может, потому что я переогреть не могу, не? Не сейчас. Ход, а чё? Шаман, снимай ход. Хоты, фул снимите. Шман, клацай этот диспеток, пожалуйста. Бля, моста. До рейда что я достал? До половины. К нам рейдруп поперся. Не замедло дальше. Это шамана. Кого бьем? Беги, малышка, беги! Не хочет, но... Додики на друидах, может, не будете кидать фил на нашу цель? Хоты, диспел. После пала кого? Кто вместе? Кого вместе? Рядом стоит. Мы тоже пытаемся. Давайте, кого вместе. Там дрыт и приз куча.
возможно, маг убивает. Креста добиваем. Прохилили бы танка лучше. А, похуй, да. Да? Next. Магла, мага, мага. Пожалел ШД большое. Мага добиваем. Шакал. Беги, малышка, беги. Я пока не могу использовать эту способность. Маны у шансона нихуя нету, залейте кто-то. Когда его друидов? На Танисе ДК сидит. Надо подождать. Я пока не могу использовать эту способность. И сейчас. Я пока не могу использовать эту способность. Зажали, блядь. Лопники на. Больше ярости. Стая и горькая победа. После сегодняшних потерь мы стали слабее, как целые. Кто еще, кроме короля Лича, выиграет от подобной глупости? Два одинаковых пояса. И ради чего? Истинная опасность. Красиво. Два приговора, беда. Нет, только один. Два скоробея. Я удаляю, мне похуй. А какой нахуй третий танк? Ты чё, прикалываешься смешно? Он шредер пускай в танк, блин. Я ебал, блядь, нахуй, просто бег каску дайте. Сплотившись, вы сможете пройти последнее испытание. Из глубин ледяной короны навстречу вам поднимаются две могучие воительницы плети, жуткие валькиры, крылатые вестницы короля Лича. Пусть состязания начнутся!
рыба была? Секунду, мне. Стандауны настраивай, бля, время рейда. Давай, все, я готов. Дальше. Да. Дай швейм на всякий случай решил. То все норм. Не то нахуй. Помойка. Скиньте кто-то обзор, пожалуйста. А, я понял. Вспомнил. Да все с острова берут. А ну если Мосин на СВП забирает? Мосин больше...
92 было. Подожди, я еще не ролил, да? А, пол. С Вальки не такие я подают. С Валитрой с критом меткость. Да. Че, будет Райласта? Нет. Я бы не хотел. Спасибо. Это рейтинг не для этого. Там вар ролил бы штаны. Хотел. Ну без гильдии не ливайте, если хотите ее пампить. Сука, даже у него есть, блядь, этот брюлик. Трубой поставил она. О, хорош. Пойду курну. Груля магии пойдем? Мастер, давай соберешь. Хорошо. Вот, дай пару советов, как не втыкать тупо в хилбот, когда хилишь. Я на луже сдох. Да, я на луже сдох, что типа чисто в хилбот втыкаю, на себя не смотрю. Да, вся концентрация туда просто уебывает. Типа щиты. Не, я понял. Ну. Не-не, я понял. Ну. В принципе, я пал одного сдам, потому что, сука, меня в ПМ заебывает. Я еще одному палу объяснял, что такое боб во время пула. А вы когда собрались идти туда? Я говорю, когда? Я тогда с вами остаюсь. Ну, он у меня, да, он у меня справа хилбот.